почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Книга известного историка искусства, писателя, ведущего научного сотрудника Русского музея Михаила Германа «Воспоминания о 20 веке» – замечательный образец мемуаристики, точно исповедальный. Это первая книга, названная «Давно прошедшая». Дополненная версия, ранее публиковавшаяся «Сложное прошедшее». Михаил Герман подробно описывает свою жизнь в период с 1930 по 1960 год. Целая эпоха предстает восприятие взрослеющего ребенка, а затем юноши, молодого человека. Он на самом деле описывает свою жизнь с ее незамысловатыми радостями, машинками, диафильмами, одеждой, кинофильмами, книжками, домашними спектаклями, играми. Мы словно вместе с автором переживаем его становление, его огорчение и открытие, его формирование взглядов на государственную машину. Выросший в комфорте и достатке, его отец, тогда известный советский писатель, Юрий Герман, переживший эвакуацию из блокадного Ленинграда на Урал, нелегкие будни послевоенного времени, Михаил Герман получил бесценный опыт жизни. Радоваться мелочам, уметь видеть смешное, сохранять человеческое достоинство и служить своему любимому делу. Привлекает внимание фрагменты текста, в которых описана глубокая любовь и понимание автора литературы, живописи, балета, музыки. Этот период советской истории, описанный под таким необычным углом, взгляд ребенка, подростка, позволяет, что называется, расширить границы времени, запечатлев навсегда исчезнувшие предметы, звуки, запахи и вообще ощущение эпохи. Но особое место в этом личном жизни и бытоописании занимает образ матери, красивой, умной, великодушной, сильной женщины. Восхищает теплые отношения, сложившиеся между сыном и матерью, их понимание друг друга, привязанность и влияние. Разумеется, это еще и портрет поколения, которому принадлежит Михаил Герман. Его можно назвать счастливым. Мы много видели. Наша жизнь пришлась на 30-е годы, и на войну, и на годы послевоенные, и на все другие, от позднего тоталитаризма и оттепели до темной весны 90-х. Нам есть что и с чем сравнивать. Не писать об этом, по-моему, смертный грех, признается автор. А еще в книге много архивных фотографий, иллюстраций, афиш, программ. Все это позволяет еще полнее и масштабнее передать неповторимый дух эпохи. Будничность, обстоятельность, неторопливость, повествование, даже какая-то дотошность парадоксальным образом делают книгу Михаила Германа «Воспоминания о 20 веке» своеобразным историко-приключенческим романом о времени, о поколении и о себе. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».